Ивановский областной драматический театр зазвучит по-новому. В 2018 году в учреждении появится современное звуковое оборудование. В проекте закона о бюджете на переоснащение учреждения предусмотрено 10 миллионов рублей. Существующее оборудование не выдерживает никакой критики, что сильно мешает артистам в работе, а зрителям в восприятии прекрасного. После проведения необходимых работ театр будет отвечать всем современным требованиям и сможет достойно принимать на своей площадке труппы из других городов. Наш драматический театр, он участвует во многих мероприятиях. На своей площадке мы, имея такое прекрасное здание, хотели бы принять фестивали российские. Но мы не можем это сделать, недостаточный уровень оборудования.